Привет, друзья! Сегодня мы будем делать подставочку для элементаля. Мы ее не будем никак украшать, но мы ее покрасим. Посмотрим, сколько нам нужно пространства закрасить по краям, чтобы это было все красиво. Ну, примерно по сантиметру. Я взяла желтый. И закрашиваем 1-1,5 сантиметра край подставки. Стараемся не выходить за пределы, чтобы вот здесь у нас тоже было все чистенько, красивенько. Чтобы было удобно, я возьму старую баночку, вот так. Соединю и буду сейчас спокойно красить. Вот так, так гораздо удобней. Все, готов у меня первый слой. Можно наносить второй, когда высохнет. Красочку я использовала вот эту. Ту же самую, что и для элементаля. Три слоя желтенького. Дальше я буду брать красным. И буду уже смешивать ее вот с этой желтой, чтобы у нас получился идеальный оранжевый. Стартуем. Убираем. Получилась вот такая вот интересная штучка. Мы сюда чуть-чуть продолжаем, чтобы мы понимали, куда нам идти. Добавляем небольшие переходы внутри. Вау, уже получается более контрастный. Фиолетовый у меня вот такой цвет. Вот тут очень светлый желтый, поэтому туда мы можем абсолютно спокойно добавить белого. Здесь немножко, вот тут. Также мы можем добавлять просто точки. То есть так, хоп, точечка вот тут. Вот тут я добавлю загогулину, а вот тут точку, и вот тут тоже загогулину. Вот так. Ставим, смотрим. Все, отлично. Ну как, есть эффект, как будто бы это объемно. Как вам? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем до скорой встречи!